Ясли-сад для самых маленьких уже полгода работает в поселке Вуги. Как проводят время воспитанники и с каким настроением идут сюда, выясняла наша съемочная группа. Новый ясли-сад начал работу в марте. Сейчас в него ходят 40 малышей. Многие уже полностью адаптировались и чувствуют себя как дома. Двухлетнего Кирилла Бутакова мама с трудом уговаривает вечером пойти домой. Недавно нам звонили, предлагали место из муниципального садика, потому что подошла наша очередь, но мы отказались. Отсюда мы не уйдем ни за что на свете, потому что садик чудесный, воспитатели замечательные, ребенок обожает сюда ходить. Садик рассчитан на 120 мест. Пока группы только ясельные, от 1,5 до 3 лет. Но планируется, что воспитанники будут посещать полюбившийся сад до самой школы. Глава округа Владимир Ружицкий проверил обустройство нового детского сада. Я даже предложил начальнику управления образованием, наверное, на базе этого садика провести некий семинар и показать нашим заведующим, воспитателям, как можно, скажем, из достаточно скромных условий, потому что здание старое, сделать нечто, которое у нас на сегодняшний день в Люберцах просто нет. Реконструкция здания длилась почти год. Половину денежных средств выделили из регионального бюджета в рамках национальной программы «Демография». На территории сада построили 2 площадки для прогулок, закупили новое оборудование для занятий. Мы поменяли трубы, мы поставили новые батареи, мы поставили очистительную систему для воды, чтобы наши детки пили воду чистую. У нас своя отопительная станция для того, чтобы мы могли включить деткам тепло заранее. Сейчас в муниципальных садах ясельных групп не хватает. Тогда на помощь приходят такие детские центры. К 1 сентября в планах полностью набрать группы. А новые игрушки уже ждут своих друзей. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.